В деревне Бобрянята сегодня дарили подарки в праздничном прайсе, живая елочка и хорошее настроение. Адресат один – ветеран Великой Отечественной войны Василий Громович. Василию Андреевичу 94 года, 42 из них он проработал в Мозырском опытном лесхозе. Представители этого предприятия навещают ветерана часто, но в канун Нового года впервые. Живой символ праздника – в катке с землей. После дерева можно будет пересадить на приусадебный участок. Необычную акцию инициировало Министерство лесного хозяйства. Поддержали лесхозы всей страны. С хорошим настроением посещать ветеранов, тех, кто, не жалея своих сил, ковал те годы победу. Для того, чтобы мы сегодня жили достойно. И сегодня развивали нашу страну, ее дальнейшее развитие. Это благо для всего нашего народа. Конечно, хочется в преддверии Нового года поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, любви, удачи, уверенности. Заглянули в гости к ветерану и Дедушка Мороз и Снегурочкой. Вместе с Василием Андреевичем пели праздничные частушки, заряжая позитивом перед Новым годом и Рождеством. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».